Доброе утро, мы вновь неустанно желаем уже 2,5 часа всем нашим телезрителям, еще полчаса это будем делать, и сейчас как раз создадим не новогоднее, но просто веселое, задорное настроение. Дело в том, что много раз нам писали, что вот музыки у вас в программе не хватает, и мы решили, что в преддверии Нового года, для того, чтобы как раз таким настроением праздничным зарядиться, мы будем слушать музыку постоянно. Да, гостей, почти, которые смогут играть нам на самых разных музыкальных инструментах, более того, целыми группами еще и петь при этом. И сегодня у нас в гостях группа Pac-Man. Доброе утро, ребята. Ребят, доброе утро. Сейчас я всех представлю, вы рукой машите. Антон Цыганов, голос и гитара. Антон Незнамов, бас и бэк-вокал. Привет. И Александр Дегтярев, барабаны, перкуссия и бэк-вокал. Доброе утро, спасибо большое, что вы к нам пришли. И у меня вот самый первый вопрос. Pac-Man, почему такое название? Как его перевести? Pac-Man — это такая игра, где кружок ест точечки. Но... А как у нас аппетит у всех отличный. Так. Вот, собственно, и все. Ага, вот так. Слушайте, очень просто, мне кажется. Очень аппетит просто, хороший. Очень. А, назовем Pac-Man. А когда ваша группа образовалась? Кто стал инициатором? Инициатором стали родители наши. Вот как. Когда-то очень давно, видимо, эта инициатива была. Ну, собственно, потом в течение обстоятельств мы там слушаем одинаковую музыку, там, одеваемся немножко одинаково, хотя нет. Все сегодня по-разному вроде бы. Да. Ну, у нас какая-то музыка уже появляется. То есть одинаковые интересы, вот так вот встретились там, создали группу. Так бывает всегда, так все группы создаются. Антон, скажи, а что вас объединяет? Скорее всего, это музыкальные какие-то пристрастия. Что-то еще, наверное, должно объединять, конечно, раз вы можете сосуществовать там вместе. И образ жизни, и интересы, и... И борода. Да, чаще всего борода. Если все-таки, отходя от темы группы, возвращаясь к теме Нового года, готовитесь уже как-то? Подарки все купили, успели, или еще ничего не покупали, как я? Как я. Как все. Как все. Саша, наверное, купил, поэтому молчит. Ну, вообще, так понимаю, что вот это те люди сейчас сидят, которые как раз 30 числа пробку и будут создавать самую большую. Да? Да, мне кажется, вечером 30 числа уже. А, 31-го будете создавать. 30-го она будет плавно переходить в пробку 31-го, поэтому не страшно. Может, мы будем делать подарки своими руками? Это же. Вы это можете своим голосом делать подарки, не то что Вася. Ну, голос. Окей. Давайте на первый подарок голосом. Перейдем, да, к первому подарку и попросим вас, собственно, сыграть нам. О, спасибо. А то мучают тут вопросы. Песенка с очень простыми словами, которую мы можем подпевать. Он, и ты тоже, в общем-то, все люди в мире. Поехали. Поняла, я могу подпевать. У-ху-ху. Теперь все вместе. Troubled years, blood and sugar in your tears. One more drink and we fall down. Film between is very thin. Blazing, shining, gonna be sexy in a short time. In a short time. In a short time. In a short time. Drop of transparent sweat from on the lip. We know how wonderful our moments that we haven't time to words. Unnecessary things, just look at me cause words. Unnecessary things, yes. Thank you.
eyes and color. It's your name for tomorrow. Only a couple of hours to get what's on your mind. Gonna be sex in natural time. In natural time. In natural time. Запомнили. Мне кажется, эта песня из разряда тех, которые вот с утра услышал, и потом до вечера... У-ху, проверим сегодня. Ну, мне кажется, мне да, кажется, так оно и будет. Ощутимо все на себе. Ребят, спасибо большое, что такое праздничное настроение нам помогли воссоздать здесь, и, я думаю, для наших телезрителей тоже. Да. Еще раз напоминаем, что в гостях у нас была группа Pac-Man. Еще раз вам огромное спасибо, что сегодня, несмотря на ранний час, забежали к нам в гости со всеми инструментами, со всем оборудованием. Прощаемся сейчас с ребятами. До встречи в следующем году.